Да, это оно. Да. Так. Так, открываем. Нифига себе! Ну все, разбираем. Так, в первую очередь нам нужно поменять обои. Это хорошая идея. Так, первое, нам нужно поменять цвет палас. Я планирую вот так сделать. Офигеть! Да. Так, вот этот убираем. Так, по-моему, все так примерно. Может и вот так. Все, давайте обои поменяем. Так, ну давайте попробуем что-нибудь найти. Так. К примеру, я хотел бы вот так, вот это вот добавить. Хорошая идея будет, Гектор. Так. Ладно, пошутил. Не буду такую комнатку делать. Beautiful. Вот так. Вот и все. Готово. Теперь можно и переделывать. Так, это холодильник. Ну как нам его нужно доставить-то? Вот так примерно. Угу. Все остальное мы сделаем сами. Вот это была бы хорошая идея, если бы вот так. Так, теперь табуретки. Стулья какие-нибудь. Стол, точнее, найду. Так, пока у нас еще тут стулья. Так. Клево как-то. Ребят, напишите в комментариях, как наша переделка. Так. А это куда? Мы можем поставить вот сюда. О, хорошая идея, Рут. Итак, далее нам нужно разбираться с креслами шок. Это может быть другое кресло. О, для комнаты как раз-таки что-то нужное. Так, у нас это, в принципе, будет детская. Так. Ванну сейчас бы показала. Вот там. Ну, в принципе, сойдет. Ну, также мне нужно кроватку для взрослых. Круто. Так. А это мы отнесем куда? Вот сюда. Хорошенькая идея. О! Тектор, давай сюда. О, давай. Так, теперь нам нужно положить это проектор. Проектор. Ну, если Wi-Fi не будет. Так, у нас это робот-пылесос, он такой классный. И зеркало, чтобы все поглянулись. Так. Так, ну и дальше. А это что такое? Я сам не знаю, это похоже на монетку. Упс, куда это? Так, я не понимаю. Ну да ладно. Потом разберемся с этим. Но пока что мне нужно взять всего два предмета. Два предмета, да, точно. Так, эту фигню сюда. И...
вот сюда. Круто. Круто получилось. Ну да. Красивенько. Так, а теперь давайте все остальное вместе. Так. Так. А что там за тарелки добавили? Ну, не знаю. Сейчас заглянем. Красиво. А сколько там их всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть тарелок вроде нужно. Так, значит, еще два. О, круто! Также шесть вот таких стаканчиков. Офигеть! Я думала, в эту комнату нужно переехать. Ну, в этот дом. Так на это у нас документов нету. У нас есть документ на мой переезд. В смысле, ты переезжаешь, Дэниел? Переезжаю. В другой дом. Так. Ну, и вот так. Все. Ну что ж, давайте. Так, куда бы? Так, есть какая-то штучка. Ну да. Ну то есть это похоже на типа из версии 69, только по-другому. Так, извините, это у нас собака лает. Что-то там, наверное, прохожие люди. Конечно, ведь наша собака старая. Так. Так. Так.